Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юля. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как школы полицейские. Что это такое? Плюсы и минусы поступления и окончания такой школы. Школа полицейская – это школа для взрослых. И могут поступить в эту школу люди, у которых есть среднее образование. Да? И первым плюсом является то, что окончание такой школы дает вам полное среднее образование в Польше, а значит в Европейском Союзе. Значит, такой диплом, сертификат признается в любой стране Европейского Союза. Второй плюс – окончание школы полицейской дает вам право работать без разрешения на работу. Фактически без освещения, либо зазволения воеводского. Этот сертификат заменяет разрешение на работу, и вы можете работать на любой должности, не только на той, на какое направление вы были записаны и закончили. Значит, третьим плюсом является то, что окончание школы полицейской, вот это свидетельство, в будущем может вам заменить сертификат знания польского языка на уровне B1. Следующим плюсом является то, что наука в такой школе существенно повысит уровень знания польского языка. Да? И еще одним плюсом также является интеграция. В связи с тем, что вы будете учиться в группе с гражданами Польши, это будут и хорошие контакты, и сразу отличная практика с носителями. Из минусов, потому что мало кто говорит о минусах окончания школы полицейской. А плюсом еще является то, что вы можете получить визу на основании школы полицейской. А также вы можете податься на карту побыта на основании школы полицейской. Но это является как плюсом, так и минусом. Потому что не каждое консульство выдает визы на основании школы. И вторым минусом является то, что если вы получаете визу либо карту побыта на основании науки, это не засчитывается время в будущем в карту резидента Европейского Союза. Значит, если вы будете находиться год на визе и 2 года, допустим, на основании карты, то вот эти 3 года, к сожалению, вам вот в этот срок не засчитают. Еще один минус, я бы его назвала так, минус-плюс, да, как бы то, что я говорила, что вы можете заменить сертификат знания польского языка на уровне B1 свидетельством окончания школы полицейской, но, к сожалению, не на каждом направлении, да, потому что школа полицейская это школа, которая имеет разные направления, специальности. Допустим, если вы заканчиваете такую специальность, как флористика, там, где больше практики, а не теории, такой диплом могут не засчитать, как знание польского языка на уровне B1. Записаться в школу полицейскую можно только, если у вас есть среднее образование, предоставив перевод на польский язык у переводчика присяжного аттестата со школы. Если у вас этого аттестата нету, допустим, у вас есть только диплом об окончании вуза, к сожалению, это уже не дает вам права записаться в такую школу. Если вам надо будет подробная консультация по школам и по направлениям, приглашаю вас в Центр поддержки иммигрантов к себе на консультацию, как к специалисту по профориентации. Мы вместе можем подобрать вам направление и рассмотреть построение карьерной лестницы в Польше. Всего хорошего, работайте легально, развивайтесь, учитесь и приглашаем к нам на консультацию.